Всем привет, с вами Темный Ниндзя и Ночные Вороны. Итак, давайте немножечко поговорим про обновление, которое у нас с вами установилось. Так, первое, что на перу у нас идут, как обычно, это у нас с вами события. События. Две премиальные отмечалки 14 и 7 дней. Довольно-таки неплохие награды здесь. Так что, если вы берете билетики эти, вы хорошо, в принципе, ресурсиков можете набрать для той же алхимии, для прочего. Это у нас старенькая, просто обычная 14-дневная отмечалка. Здесь нам дают магии новые странители. Так, тренировка по уничтожению монстров. Это убить монстров в обычном подземелье 5-10 тысяч, на арене 5-10 тысяч и пройти два раза групповое подземелье. Все равно почему не три, все равно все три ходят раза. Помощь по созданию эпических глайдеров, помощь по созданию редких глайдеров, и все по миссиям. Это у нас все. Так, далее у нас с вами идет пропуска, да? Пропуска. Добавили пропуск для создание глайдеров, типа для каких-нибудь там золотые, чтобы можно было создать, да, фрагментики здесь специально для них даются. Хотя это много на чем можно. Тут такое. В перемешку все. И для глайдеров пойдет, и для шмоток. Это у нас пропуск создания типа для элитных фиолетовых шмоток, оружия, ну или хотя бы Т2 синьку сделать, да, потому что здесь нам дают эти всякие, вот, но они за билетики тоже некоторые. Так, на магию пропуск за 2000 кристаллов. Также здесь много новой магии, много сундучков. В сундучках новая, новая магия, да. То есть, если вы хотите себе покрутить магию, берите обязательно. Дальше пропуск снабжения глайдеров. Это как раз у нас здесь три синеньких нам в итоге дадут. Мы сможем создать, если что, фиолетовый. Ну и плюс обычных надают, можно и синенький посадать, как раз повыполнять миссию, если хотите. Стоит 1200 кристаллов. Если хотите позаполнять коллекцию глайдеров и выполнить миссии, то, в принципе, это ваш выбор. Для вас, в принципе, подойдет. Пропуск помощи продвижения. Это у нас здесь такой уже был у нас с двумя высшими. Ну и там сколько-то у нас будет в районе 10 обычненьких сереньких. Ну, такое себе. Но тоже, если есть лишние кристаллы, берите обязательно. Третью профу нужно брать. Это два последних уже были. Они у нас потихонечку заканчиваются. Следующий у нас с вами добавили еще один костюм а-ля Конан Варвар. Видали? Прикиньте, хил такой накачанный будет бегать, да? Вот. Ну и женский вариант. Рыжая Соня. Все дела. Вот. Называется он Воин Простора. А так вообще написано было Воин Дикой Природы, что ли? На сайте написано было. Дает он нам урон от оружия и снижение урона. Ну, вообще хороший. Это, вообще показания хорошие у него. Урон от оружия нужная тема. Снижение урона тоже хорошая тема. Как в ПВЕ, так и в ПВП. То же самое и урон от оружия. Как и в ПВЕ, так и в ПВП вас усилит. Так что, если вы планируете брать костюм, пожалуйста, вот вам костюмчик. В ближайшее время, я думаю, они нам еще какой-нибудь костюмчик за кристаллики завезут. Что-нибудь такое интересненькое будет, да? Дальше у нас с вами в Тронетель добавили еще магию.
Теперь у нас магия 53 и 2 54 уровня есть фиолетовая. Вот, как раз для этого нам много всего надавали на магию, чтобы мы могли с вами покрутить это все дело. Также фиолетовую магию теперь можно создавать. Вот. Ее до этого здесь не было, теперь есть. Пожалуйста, создавайте, если есть возможность, и себя улучшайте. Показатели там вполне себе хорошие. Также у нас начался четвертый сезон арены, так что снова нужно покупать жетоны, чтобы закрыть кодекс, коллекцию, да, временную эту жетонами завоевателя. Все, что нам в прошлом месяце добавляли, тут мировые арены, и вот это прочее, алхимия и все такое, все это нам теперь добавили в справочную. То есть там теперь это можно все найти, почитать. Ну и прочие исправления ошибок и очепяток. Такая вот обновочка, в принципе, тоже как бы не слабенькая. Усиление есть для персонажа, не просто так. Так что, надеюсь, кому-то будет интересно, полезно. А с вами был Темный Ниндзя. До новых встреч и пока-пока.